Хождение по воде – картина-гравюра, которая занимает особое место в семейной экспозиции. Именно с нее 26 лет назад начался отсчет творческого пути Ульяны Ондра Артемович. Постигая искусство рисования, художница обретала мастерство, пробовала себя в разных направлениях. Итог проб и ошибок разнообразный по характеру, настроению и исполнению картины. Среди работ – графика и живопись. В каждую из них художница вкладывала свой особый смысл. Так, среди последних творений – Пангея, значение которой весьма любопытно. Пангея – это материк, который потом разделился... Помните, да, из курса истории? Потом разделился на Америку, Евразию. Вот. А это получается как бы зародыш планеты вместе с вот этими вот материками. Мифология всегда интересовала художницу Ульяну Ондра Артемович. Это непосредственным образом отразилось в работах автора. Что же касается абстракции, то это и есть сны, такие, какими они видятся художнице. Что-то из снов. Ну, опять же, в снах бывает абсолютно реальная реальность. Да, это все могло присниться. Основную свою технику называю ленивая графика, потому что это для ленивых, но терпеливых. Это когда берется рапидограф или тушь-перо, и вот так вот начинает водиться кружево. Все рисовали на полях, в тетрадках, да, вот эти вот, вот закорючки. Ну, вот, и... Постепенно набирается масса. Потом эту массу уже корректируешь. То есть это как лепить скульптуру. Кропотливо, последовательно и детально создаются картины автора. За плечами художницы немало выставок, однако нынешняя, по ее словам, особенная. Все потому, что она семейная. В мир искусства дочь привела мама, обнаружив в раннем детстве творческие способности. Тамара Викторовна – архитектор. На выставке были представлены работы в техниках батика и гобелена, живопись, а также многочисленные фотографии, сделанные в разные годы. Мы вообще с мужем очень хорошо путешествуем, мы даже в Индии были, вот и Шри-Ланка, ну как-то так. И вот эти вот воспоминания, какие-то спонтанные, какая-то ностальгия, конечно, о хорошей погоде, об этом море теплом, но оно остается. Семейная выставка в Бресте первая. Увидеть ее можно до 6 ноября.